Что случилось? Мне щекотно. Какая она красивая. Гунуль Каранлы. Знаю. Я знаю ее. Я люблю петь ее песни. А дальше что было, сестра Джилан? А что дальше? Дальше мы все выбросили. Я все равно горжусь тобой. Почему? Потому что угостила моего дядю долмой с сахаром. Спасибо большое, Омут. Он заслужил это. Если он ел долму с сахаром, то мы едим сахарную вату. Имене, ты что, хочешь купить свадебное платье? Тебе куплю. Купить мне? Но почему? На свадьбу наденешь. У тебя будет длинный шлейф, как у принцессы. С чего ты это взяла? Мы говорили с мамой. Решили отдать тебя замуж. И за кого вы хотите отдать меня? За моего дядю. Вы такие хорошие. Если мы и дальше будем так идти, то опоздаем на автобус. Поторопитесь. Как мы с тобой договаривались? Как договаривались? Что я все буду делать сама. А я уже сделала. Ладно, я сама накрою на стол. Хорошо. Расскажи, чем сегодня занимались? Мы ели сладкую вату. Правда? Эмине? Что? У тебя красивые волосы. Смотри еще. Смотри, смотри. Меня даже покрасили. Не покрасили, а накрасили. Да, накрасили. Вот, вот такой массаж сделали. Мне было щекотно, я долго смеялась. Всегда так смейся, хорошо? Родная ты моя. Джейлан очень красивая. Знаешь, всю еду приготовила она сама. Столько блюд приготовила. Это значит, мы пропали. О, Всевышний! Почему это вы пропали? А если вся еда получилась как твоя долма? Дядя, ты как долму ел, так и эту еду будешь есть. А ты откуда про это знаешь? Откуда знаешь? Ладно, не голосите тут. Иди лучше сюда и помоги мне. Ты же обещала все приготовить сама. Но мне все равно нужна помощь. Эмине пусть сидит. Сегодня Эмине должна отдыхать. Ладно, я помогу тебе. Но я мало в этом смысле, конечно. Я все-таки на улице вырос. Зачем тебе готовить, дядя? У тебя же много денег. Сестра Джейлан, у дяди есть свой дом. Он очень большой. И машина у него тоже есть. Ребенок же. Говорит, что в голову придет. Значит, он мечтает, чтобы у тебя все это было.
Тише. Про дом и машину не будем никому говорить, хорошо? Но почему? Стыдно, но это некрасиво. Договорились? Хорошо. Куркут! Пойдем, у нас для тебя есть сюрприз. Что за сюрприз? Идем. Что происходит? Идем. Садись сюда. Давайте, показывайте уже быстрее. Эмине, можешь зайти? Любишь, а тебя не любят. Ты идешь, а к тебе не идут. Бесконечные муки погубят, а шансов тебе не дадут. Может, скоро печаль одолеет, но тогда ничего не вернешь. А любовь на груди не пригреет, и выхода ты не найдешь. Возможно, и он тебя бросит, на сердце оставит рубец. Прощенья любовь не попросит, и ты не пойдешь под венец. Хватит! Не надо петь. Прости меня. Прости меня. Что ты творишь? Что это такое? Ничего, она просто спела песню. Ты никогда не будешь человеком. Как мы договаривались? Откуда вы откопали эту песню? Это песня госпожи Гунуль. Именно сегодня в парикмахерской увидела фотографию госпожи Гунуль. Она ей очень понравилась. Оказывается, она с детства мечтала стать певицей. Поэтому я приготовила ей песню госпожи Гунуль и дала возможность ей спеть. Тоже мне. Ты не в своем уме. Ты боишься быть счастливым. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.